Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Infinix Note 30 Pro, и сейчас я покажу вам, как включить резервное копирование Google. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем «Создать резервную копию на Google Drive». И здесь у нас уже, в принципе, включено резервное копирование, но нужно включить его для фото и видео. Нажимаем сюда. Нажимаем «Разрешить» или «Запретить», без разницы, и нажимаем, ставим галочку «Копирование в облако». И здесь нажимаем «Включить копирование в облако». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.